Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я нашел игру с названием Этаж 2. Ну, что я вам хочу сказать. Довольно-таки интересное название, и сейчас мы посмотрим вариант. Кстати, мне уже нравится. Мне нравится оформление, мне нравится, что оно все идентично, в принципе, Doors оригинальной версии. Так, у нас есть просто огромные какие-то лифты на 30, на 20 человек, на 4, на 3, на 2 и соло 1. Ну, давайте соло тогда и забежим, посмотрим, что и как. Что же нас ждет на втором этаже, ребята? Скоро мы узнаем. Говорят, что в марте выйдет обновление. Сейчас первый день весны, по крайней мере, когда выходит это видео, 1 марта. Поздравляю, кстати, всех с весной, наконец-то, что она наступила. Ну что, ребята, to be continued. Помните, мы эти циферки видели, точнее, буковки, когда мы закончили и лифт наш упал. Теперь мы смотрим, что произошло дальше. Экранчик. Экранчик, ребята, вот мой экранчик. Я наконец-то смогу опять взять. Не берется что-то он. Я думаю, что вы помните то эпичное видео, когда я его потерял. После тысячного румса, ребят, я шел и потерял экран. Да, ребят, я не дошел до самого конца, я хотел его в телепорт положить, но не случилось. Вот, ну, в принципе, уже не важно, потому что сейчас у меня лежит там ножницы читерские. Опять же, такие видосики есть на канале. И сейчас, ребят, я нашел очень прикольную вещь. Смотрите, это растение. Слушайте, неужели, может быть, разработчик этого плейса нашел где-то у разработчика Doors непосредственно это растение. И теперь мы будем знать, как это выглядит уже во второй части. Так, а это что? 101-я дверь. Как туда попасть? Чего не понимаю. Так, ребят, секундочку. А как туда попасть? Все интереснее и интереснее. О, ножниц. А, все, я понял, ребята. Сейчас мы используем ножницы. Кстати, ножницы не такие, как в оригинале, ребят, отличаются. Я уже знаю, как они выглядят в оригинале. И тем более, они должны быть с пополняшкой. О, рычажочек. Ну все, теперь все, я понял. Там откроется у нас, получается, дверь, и можно к ней выйти. Ну, как бы, может быть, почему. Вот начало мне нравится, довольно-таки неплохо сделали. Так, лестница наверх, все горит, все логично. Когда мы уезжали на лифтике, у нас там все горело, пылало. Так, уже выход? Так быстро? Давайте попробуем открыть. Открыть-то нечем. Так, интересно, здесь в этой игре есть ключ или нет? Так, 102-я. Слушайте, ну пока неплохо, мне нравится. Приглушенные тона такие. Тут эти растения постоянно под ногами. Окей, хорошо, неплохо. Так, а монстры, сущности есть, интересно, здесь или нет? Так, смотрите, тут кто-то уже был. Видите, ящики открыты. Кстати, они не закрываются. Какой-то баг. Хе-хе. Прикольно. Открытые шухляточки, не закрывающиеся. Так, опять наверх. Угу. Ну, а, эта комнатка у нас уже была. Еще раз эта комнатка. Так, ребят, интересно, тут другие комнатки у нас будут, или мы бесконечно будем подниматься наверх? Ладно, идем дальше. Ага, окей. Так, хорошо, опять эти ящики открыты. Так, ну все, ребят, тут, короче, повторяется. Давайте поищем информацию, что, сколько вообще мне тут интересно дверей. Так, сервис I100. Кажется, я понял, ребят, там есть ачивка от 1000. Доберитесь до последней, до конца комнаты. А что получается, то есть тут 1000 дверей? Ребят, короче, я поиграл, наверное, еще полчаса. Смотрите, уже 157-я дверь, и что я вам хочу сказать. Сущности в этой игре нету. Комнатки одни и те же, повторяются их немного, где-то всего 6-7 видов. И вы должны просто вот так вот идти, пока не упадете. На 167-й, по-моему, комнатке, ребят, я упал. У меня даже была глупая мысль дойти до конца и посмотреть, что же там на 1000-й двери будет за касцена. Ну, вроде как, смотрю, что... 100 дверей где-то за 10 минут там я плюс-минус прохожу. Ну, где-то там, может, даже быстрее. Ну, как бы часик, может, справлюсь где-то там. Может, нет. Ну, короче. Хорошо, что я не упал, ребят, на 900-й где-то двери. Ух ты. Потому что я очень расстроился. А так, очень даже интересно. Я попал, получается, за карту. И теперь вижу, как разработчик тут все как бы строит. Видите, у него какие-то тут... свои телепорты, кассены. Возможно, ребята, сейчас мы найдем кассену тысячной комнатки, и нам не нужно будет проходить, мы просто ее посмотрим отсюда. По крайней мере, как она выглядит. Тут, видите, какие-то светильнички он уже тут подбирает.
Там что-то непонятное, тут что-то непонятное. А вон туда я упал сверху. То есть вон там, вот видите, вот 6 или сколько там всяких ходиков. Вот это закольцованный вид на комнаты, по которым вы все время будете ходить. А это что? Может, это кассена, видите? Тут растения, тут шкафы. Такое чувство, что ты должен упасть в какую-то бездну. Интересно. Хорошо. Так, а здесь, видите, отдельные вещи, какие-то текстурки, он, то есть он... Ой, кто-то к нам бежит. Так, ребят, за 57 дверей я ни одной сущности не встретил, а здесь какие-то звуки. О, ребята, смотрите, это же просто все вещи. Отдельно дверь, отдельно вон зажигалочка, батарейка. Кстати, батарейка у нас румсов, пластырь, книга. Книга, кстати, отличается от оригинала. Ключи те же. Ой, монетки даже могу взять. Хе-хе, я нафармил монетки. А вот наша тумбочка с поломанной первой. С первым ящиком. Так, а здесь возьмется у нас экранчик? Тоже не берется. Ну ладно. Так, звук оттуда идет. Немножко правее меня. Отмычки. Ну, все как в оригинале, я понял. То есть тут он просто брал текстурки и потом их ставил в свою игру. Так, идемте посмотрим, что там. Там я вижу фигуру вдалеке. Деф. А это у нас Сиг бежит. А вот, слышите, слышите? Стоп. Так, ну я подходить прям в упор не буду, а то еще убьет. Так, вот Деф моделька выглядит. Там опять фигура, по-моему, да? Что-то такое. На ножках, по-моему, или мне показалось. Вот какая-то комнатка. Или... А, это, или это вот те комнаты, которые мы с вами проходили. Да, скорее всего, они здесь просто, видите, отдельно сделаны, и мы через них проходили. Та большая, это с лестницей. Ну и маленькие вот эти вот, которые мы проходили с вами. Интересно, интересно. Так, что еще посмотрим? Вон там мне интересно. Сверху, видите, какая-то труба такая. Может, туда и подняться можно будет? Так, да, эту мы тоже комнатку, видно, проходили. В общем, что хочу сказать. К сожалению, не оправдала игра моих ожиданий. Ничего прям интересного... Ух ты, кстати, вот это красиво. Тут, наверное, Сиг должен будет бегать. Ничего интересного я не нашел. Я думал, что игра сделана побольше, как бы, поинтереснее. Что там есть какие-то сущности, можно прятаться и так далее. Но оказывается, что нет. Тут все как бы на стадии разработки. И поиграть-то особо не в чего. Ну и не советую вам проходить до тысячной двери, как это сделали 240, по-моему, человек, которые получили бэдж. Потому что можете потом еще вот так вот упасть и умереть окончательно. Ну что, ребят, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в отеле. Всем пока.